Так. Значит, Василий, говорить будете сюда в микрофон, понятно? Ребят, сколько у нас времени еще есть? 2 минуты есть, да? Хорошо. Камера готова, да? Все в порядке. Значит, Василий, я вас очень прошу, пожалуйста, без импровизации. Понятно? Все строго по тексту. У вас здесь все написано. Если что-то забудете, подсмотрите. Угу. Понятно? Угу. Стихи помните? За елки-палки. Ну, хорошо. Это. Да, поправьте галстук. Так, самое главное. Если что-то начнете говорить не так, я вам подам сигнал. Понятно? Понял. Я сделаю так. Это я вам подам сигнал. Понятно? А, понял. Ну все. Внимание. Приготовились? Вы готовы? Я давно готовый. Смотрите в камеру. Приготовились? Улыбайтесь. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу очередную передачу «Пьянству бой» из цикла «Трезвость – это прежде всего норма». Я не открою вам большого секрета, если скажу о том, что норма у каждого своя. Но вот рядом со мной сидит человек, для которого совсем до недавнего времени нормы практически не существовало. Но вот уже целых 3 месяца наш гость Василий Бабаевич... Наш гость Василий Бабаевич... 2 пива, пожалуйста. Является членом общества трезвости. Он любезно согласился принять участие в нашей передаче и ответить на вопросы телезрителей. Кстати, Василий, что? Вы чаю не хотите? Не, я не могу. А что так? Что, вчера ж отмечали 3 месяца, как мы с женой завязали. Ну, собрались в обществе друзья, мы приняли по 300. По 300 литров чаю на лицо. Василий, скажите, пожалуйста, а где сейчас ваша супруга? Да где ей быть, елки-палки? Стоит на своем боевом посту в очереди за дрожжами. А зачем ей дрожжи, Василий? Ну ты как ребенок, честное слово. Понял, сейчас гляну. О, она говорит, что напечет в обществе пироги. Вот. Что, с ума сошла, что ли? Василий, а вот смотрите, есть очень интересный вопрос телезрителей. Ну-ну. Они спрашивают вас, любите ли вы театр, в частности, Кармен Сюиту? Кармен люблю. А Сюиту я не пробовал. Во. Да текст. Понял, сейчас гляну. О, я как послушаю Кармен, сразу начинаю писать стихи. Вот. Ух, какой я умный, ёлки-палки. Василий, скажите, пожалуйста, а вы случайно не захватили с собой? Ну, дай же я дочитаю, ну. Случайно захватил. Достает из левого кармана, читает вслух. Сейчас гляну. Так, что есть? Вслух! Стихи! Папа! Папа называют. Папа! Ко мне придет девочка учить уроки. Раньше 7 утра не заваливай. Это не та бумажка, Василий! Это мой старшенький. Эдик, отличный, круглый. Каждый день у него новая отличница. Училка говорит на золотую чань. Ну ладно, Василий, бог с ними, со стихами. Вот еще один очень важный вопрос телезрителей. Задают его вам дети. Эти придурки что так их зададут? Да хоть сон, Василий! Хоть... Ну-ну. Задают вам этот вопрос. Дети! Сейчас гляну. Так, дети, кактусы. А, дети – это наши цветы жизни. Плачет. Василий, дети пишут, что их родители тоже являются членами общества трезвости и спрашивают вас, вы случайно не знаете, где они сейчас? Сейчас прочитаю и узнаю. В это время все члены нашего социалистического общества трезвости
весело катаются на коньках и на лыжах, а также лепят бабушку. Какую бабу, Василий? Ну, какую поймают, ёлки-палки? Ну что ж, Василий, время нашей передачки подходит к концу. Да. У вас есть редчайшая возможность обратиться к своим друзьям с экрана телевизора. Не хотели бы вы сказать им что-нибудь напоследок? Хотел бы. Пожалуйста. Толян, ты у меня вчера тролльник занимал. Слушай, это ты тут свистишь? Я думаю, кто тут свистит? Не свисти в доме, денег не будет. Сейчас гляну. Дорогие товарищи алкоголики и алкоголички, я призываю вас всех завязывать. Да ты что, они мне голову открутят? Дольше читайте. Завязывать с гонкой вооружений. Вот. И предлагаю мирную инициативу. Слушай, я сегодня как Михаил Сергеевич в стране угля даю. Я об этом написал стихи. Стихи на память. Стихи на память. Ну? 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 Напрасно. Напрасно чтятся ястребы из НАТО. Нам. Нам не страшна холодная война. Мы скажем твердо, господа, не надо. Не тратьте. Не тратьте силы. Нам и так хана. Ты меня любишь! Камеру убирай! Убирай камеру! Руки, я тебя сейчас...